Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео, дорогие друзья, я хочу вам показать этот замечательный акустический бас фирмы Cort. Это мой первый акустический бас, он мне приехал буквально неделю назад. Эту неделю я, так скажем, наслаждался этими акустическими обертонами, звуком этого баса, изучал, так сказать, для себя. И хочу поделиться ощущениями, пока что, конечно, мало времени, но теми ощущениями, которые сейчас у меня сложились, впечатлениями об этом инструменте, расскажу, из чего он сделан, как, что и так далее, и так далее. Вместе сегодня посмотрим на этот прекрасный акустический бас. Начнем. Обзорчик из меня довольно хреновый, я постоянно что-то путаю, что-то забываю, довольно субъективен, смотрю с точки зрения музыканта, не слежу за новинками, мне это не интересно особо, я именно для себя что-то выбираю, так как я приобрел этот бас, соответственно, я только из этой позиции, я сегодня снимаю видео, чтобы вам показать, чтобы вы, может быть, для себя какие-то там заключения сделали, что-то новое узнали, и так далее, то есть чисто такое... хом-видео, так скажем, ничего более, никакой рекламы, ничего такого, то есть чисто инструмент для себя, для работы, попозже расскажу для чего и что меня побудило купить этот инструмент, чуть попозже расскажу. Значит, начнем по порядку, с дерева инструмента, потом перейдем к датчикам, там ощущения от игры, расскажу, какие есть фишки, особенности при игре на акустическом басу, какие особенности звука, звукоизвлечения, какими, например, техниками лучше играть, какими не очень, какие не звучат, что, в общем, все попробуем разобрать. Вот. Первое, что хочется сказать, бас недорогой, он стоит 30 тысяч с копейками, где-то вот в натуральном цвете, как мы здесь видим, натуральный цвет, елочка, он стоит 30 200 рублей, черный чуть подороже будет. Не знаю, с чем это связано, если знаете, пишите в комментарии. То есть это недорогой бас, но несмотря на то, что он недорогой, здесь есть о чем поговорить, есть на что посмотреть. Во-первых, это качество сборки. Опять же, по поводу Cort я был абсолютно уверен, то есть у них отличное качество, то есть нет никаких ни клея, не торчит, никаких зазоров нету. Все довольно хорошо сделано. Поверьте мне, я работал в музыкальном магазине довольно долго, не один год. И я навиделся много всяких акустических гитар, недорогих, всяких палок, шлаков, всякого такого, всяких дров, которые вот реально прям видно, что просто не разваливаются в руках. Но с Cort такого нету, несмотря на то, что он недорогой, он классно сделанный, все качественно, ничего, как говорится, придраться не к чему. Первое качество сборка, ну, как всегда, меня Cort не удивил, как говорится, ну, уже не удивил. Может быть, раньше я удивлялся, но сейчас уже все довольно культурно сделано, все очень круто. Что касается сборки. Второй момент, это дерево, у нас здесь массив елки. Елка это вообще очень круто, это самое такое акустическое дерево, используется в акустических гитарах, очень часто дает яркий звук. Например, есть аналоги этого инструмента, там от Ибанеза, там бывает, что ламинат, например, агатис какой-нибудь и так далее, это уже как бы более дешевый вариант, но здесь есть елка. Что касается формы корпуса, у нас здесь джамба или так называемый супер джамба, полноценный большой корпус, глубокий, дающий полный спектр частот, полноценный звук, без всяких там, типа, играем только в подключении. Нет, на нем можно играть и вообще, если вы даже попадете, там, не знаю, какой-нибудь, не знаю, в чистое поле, на необитаемый остров, где вообще нет электричества, там, интернета, воды, вы сможете на нем играть, даже какие-то концерты, в общем, и получать удовольствие от звука. Он совсем не тихий, дает полноценную нормальную громкость. Задняя дека у нас сделана из красного дерева, это такое красивое дерево, традиционно часто используется в акустических гитарах, как в форме задней деки. Это ламинат, обечайка, вот она у нас идет, обечайка, она тоже сделана из красного дерева, значит это все ламинат, только верхняя дека из елки, из массива, и это круто. Гриф также сделан из красного дерева, это хорошо, что из красного дерева, мне кажется, потому что если бы здесь была там палисандр красное дерево, а здесь какой-то, не знаю, клен, то мне кажется это не очень, поэтому лучше, когда одно дерево однородное, структура, это всегда прикольно. И довольно красивый рисунок, мне нравится. То есть, такой рисунок, знаете, вот как на дорогих гитарах. Ты берешь в руку гитару, например, да, вот этот бас акустический, начинаешь играть, и прям такой вот благородный цвет от этого красного дерева. Он лакированный здесь, но такой прозрачный лак, довольно-таки, так скажем, удобно на нем играть. Довольно-таки плавно рука нигде не цепляется, ну, так скажем, не слишком скользко и не слишком, так скажем, все это тяжело дается. Поэтому хороший гриф, мне нравится. Что касается колков, колки здесь дефолтные, обычные, без всяких там ни хип-шот, ничего такого, обычные дефолтные колки, как бы, но вроде держит строй, вот я вчера настроил, сегодня уже подстраивать начал, не расстроилась за день, то есть хорошо. Но для баса это как бы... Бас не так часто расстраивается, как гитара обычная, акустическая или электро, поэтому колки здесь, как бы, я думаю, все в порядке будет. Что касается порожков, верхний порожек у нас это пластик, он не костевой,
Не знаю, есть ли смысл заменять. Опять же, кто менял порожки, напишите в комментариях, есть ли смысл. Например, пластиковый вот такой вот порожек обычно дефолтно заменить на кость. В чем будет прикол? Говорят, звук более мягкий. Не знаю, не пробовал, вам видней. Значит, нижний порожек сделан из красного дерева. Точнее, даже из палисандра он сделал. Палисандровый верхний порожек. Нормальный. Я сразу проверил, там никаких зазоров нет. Бывает, знаете, дешевую гитару возьмешь какую-нибудь за там 10 тысяч рублей, и бывают уже зазоры какие-то. Да, то есть такие лучше не брать гитары, она может просто у вас отклеиться. Вы проснетесь утром и увидите, что у вас вот так вот все. Поэтому здесь никаких нет ни зазоров. Я все проверял, все нормально, довольно хорошо склеено. Вот. И традиционно здесь у нас 4 вот эти гвоздика, или как они называются, я не знаю. Либо гвоздики, либо там, не знаю, штырьки, пины, я не знаю, как они называются. В общем, ну, мне, в принципе, пофиг на это. Вот. Поэтому все довольно хорошо сделано, культурно и радует глаз. Особенно вот эта вот, так скажем, елочка, вот это вот светлое дерево такое, классно, благородно выглядит. Был вариант у меня купить черную. То есть есть черные такие гитары, но я именно выбрал натуральный, я люблю больше натуральный, черный не очень люблю цвет. Мне нравится, вот как бы, мне кажется, что именно когда видно вот текстуру дерева, это как-то выглядит дороже, благороднее, как-то вот, ну, не знаю, мне нравится вот именно натуральный цвет. Вот, мне привезли их 2 штуки, что очень круто. Во-первых, сделали хорошую скидку в магазине. То есть мне достался дешевле, хорошую скидку мне сделали, такую прям царскую. И, соответственно, привезли 2 варианта. Я смог выбрать. Первый вариант, там, который я отказался сначала, мне не понравилось. Там цвет ели был прям такой темный, уже ближе к кедру. Мне не очень это понравилось. И колки как-то там, я посмотрел, они уже немножко где-то шатались. То есть надо было подтягиваться. Мне как-то это все в целом не понравилось, эти моменты там. Вот колки здесь немножко, расстояние было выше, то есть его надо было больше доводить. Вот, поэтому я решил выбрать этот мне больше понравился вариант, второй был. Двигаемся плавненько дальше, к электронике. Здесь стоит датчик, точнее не датчик, а сам преамп, тембр-блок, или как его можно назвать, фирмы Fishman. Это Presus, или как это, не знаю по-английски правильно. Вот, первое, что мне бросилось в глаза, когда я подключил бас, он довольно выхлопной. То есть мне пришлось даже включать пэд, как бы аттюнятор на звуковой карте, который для активных басов. Потому что если его не включать, то получалось как бы очень сильные пики. Очень довольно таки сильный выхлоп у него, я даже удивился, прям как у активного баса. Например, вы знаете, у меня есть Ибанес старый японский. Там такого нет, то есть у него такой умеренный выхлоп. Я там не ставлю этот пэд, не ставлю вот минус децибелы на звуковой карте, у меня как бы нормальный выход. Здесь прям сразу пиковало, поэтому у меня сейчас в режиме актива стоит звуковая. Вот. И как бы довольно хороший выхлоп, это хорошо. Запас мощности, как говорится, всегда. Здесь у нас батарейка, здесь у нас сам преамп. И, соответственно, внутри у нас пьезодатчик. Пьезодатчик, пьезоэлемент, так называемый, он здесь вот под вот этим порожком, который вытаскивается. Там такая пластиночка, она дальше распаяна. Вот, то есть, опять же, пьезоэлемент, он снимается, собственно, у нас вибрации. Если мы, например, какие-то стуки, это не микрофон, не магнитный датчик. Если вы, например, захотите играть что-то такое там. Вот эти все элементы фингерстайловые, то это не будет слышно. То есть это надо снимать все микрофоном. Все вот эти, если шуршу, вот эти вот штуки есть прикольные, типа скорябают, когда гитаристы. Вот, это все не будет слышно. Соответственно, пьезо у нас только будет струны снимать, движение по струнам. Вот. А все остальное уже снимается с микрофоном. Но опять же, если вы захотите записывать акустический бас, я думаю, что навряд ли вы будете пьезо снимать, это больше для концерта. Скорее всего, вы все равно поставите микрофон, и все будет это слышно. Вот, поэтому, что касается звукоснимателя, никаких вопросов нет. Значит, здесь у нас, соответственно, бас и низкие и высокие частоты. Если посмотреть, вот, да, вот бас, вот высокие частоты, фаза и тюнер. Тюнер здесь стандартный дефолтный, но он мне не нравится, потому что по нему трудно настроить. Ну, это понятно, тут всего там, не знаю, сантиметры, и на этом сантиметре они должны как бы воткнуть в этот сантиметр всю вот эту шкалу чувствительности. Это неудобно. То есть проще брать, например, мне лично, например, тот же телефон. Итак, перейдем к музыке, перейдем к звуку, перейдем к, так сказать, главному. Первое, у меня сегодня не будет для вас никаких готовых зарисовок, рифов, каких-то линий, таких с барабанами, как это обычно бывает, по той простой причине, что я еще пока не пропустил в сердце этот инструмент, пока я еще не настроился на этот поток, потому что это не тот инструмент, это не тот бас, который в виде доски, это совершенно другой тембр, другая отдача, другое, так сказать, другой тон, другой характер звука. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что
сам характер звука, вот этот тон инструмента, его отдача, это напрямую влияет на то, что вы играете, как вы играете, какие вы ноты выбираете, какую вы хотите музыку играть, какую вы хотите музыку слушать, и что у вас происходит в сердце, в душе и в вашей голове. Это напрямую будет влиять. Это не просто слова. Здесь вот первое, когда он мне пришел, я настроил, начал играть, я буквально вот извлекаю звук и просто вот так вот слушаюсь. И у меня изначально был какой-то шок, я просто не понимал, то есть какие-то обертонки, какие-то призвуки. Мне даже не было дискомфортно, к этому надо привыкать, к этому инструменту нужно привыкнуть, к его вот этому характеру, к его тембру, это какие-то время должно пройти, чтобы привыкнуть. И пока ты не привык, ты не сможешь из него вытащить, из него получить правильное вот это вот звучание. Надо привыкнуть к этому. Это все-таки... Я всю жизнь играл на досках, у меня все доски. Вот, и первый, я еще раз повторюсь, первый акустический бас. И для меня это, конечно, было вот эти какие-то призвуки какие-то, вот эти вот... вот этот акустический фосфорный звук, вот этот колючий какой-то, вот это вот... Сами звучание деки, резонанс деки, вот эти призвуки дерева. Когда ты это все слышишь, это непривычно. На доске такого нет. И здесь совершенно другая музыка, совершенно все по-другому играется. Давайте немножко послушаем эквалайзер, покрутим, что у нас получится, какой звук можно получать. Сейчас у нас на дефолте было. Можно немножко, например, убрать высокие частоты и получить такой более мягкий звук, как это будет звучать. Если добавить, соответственно, будет более колючий такой фосфорный вот этот акустический призвук. Я его не люблю, поэтому как бы, ну, я не думаю, что повышать высокие частоты вообще когда-либо понадобится. Либо если у вас совсем умерли струны, например, тогда можно. Но вообще, вот послушайте, как это будет звучать. Это сейчас у нас, собственно, верха были на максимуме. Также снизу можно поделать, повысим низ до максимума. Соответственно, если убрать низа, то ничего хорошего, мне кажется, не будет. Скажу пару слов о таком немаловажном моменте, как струны. Во-первых, сюда не рекомендуется ставить какие-то супертонкие, типа 35-40, потому что они, опять же, не будут, так сказать, раскачивать дерево, и будут просто треск стоять, не будет того набора частот правильного. Ну, то же самое, что с акустикой, поэтому не рекомендуется. Тоже так же не рекомендуется какие-то супер экстремальные, там, 55 струны ставить, очень толстые, потому что может не выдержать порожек. То есть средний калибр 45-105, 45-100 нормально. 40-35 я бы не рекомендовал. Опять же, не будет раскачивать дерево. Это что касается струн. Опять же, здесь очень богатый, так скажем, большой выбор всякого вариации. Например, здесь стоят особенные струны, ставятся. Это специально для акустического баса, фосфорная бронза. Они по-другому немножко звучат. Такой более колючий у них звук, акустический призвук дается. Такие обертона интересные, необычные, не как на электробасу. Но есть вариации. Например, можно интересно поставить, я даже об этом думал, какие-то плоские струны. Звук будет более такой джазу ближе, к чему-то такому винтажному. Плоские струны сюда отлично могут зайти. Также можно поставить нейлоновую струну, тоже будет прям классно, прям контрабас. Можно обезладить, поставить нейлоновые струны, это будет вообще круто. Можно обезладить, поставить, например, плоские струны, тоже будет вариант интересный. И каждый из этих вариантов будет по-своему абсолютно разный звук, абсолютно разный характер, разная музыка. Опять же, это все как бы открывает новый горизонт. Но я пока, у меня была мысль обезладить его, но пока что не буду пока заниматься варварством, так сказать. Вот, поэтому пока меня все устраивает так, а там посмотрим. Итак, дорогие друзья, давайте же подведем итог. Зачем же нужен инструмент, какая его роль, где его использовать и почему выбрал его именно я сейчас, почему я его купил и решил остановиться и все-таки сделать этот важный судьбоносный шаг по выбору акустического баса. Во-первых, последние несколько лет, года два, я увлекся инди-музыкой довольно сильно. Не только инди-музыка, но одно из таких вот открытий для меня была вот американская инди-музыка, американские инди-группы, которых очень много, такие местечковые, неизвестные. На стыке вот это вот кантри, на стыке этно, на стыке блюграсса,
И вот эта музыка мне помогла понять фишку звучания этого инструмента, понять вот этот вот кайф. И там без акустического баса просто, ну, вообще не то. То есть такие песни, такие вещи этно-акустические, они, конечно, там must-have. Must-have-ный будет звук именно акустического баса. Если вы захотите играть такую музыку, захотите играть такое инди акустическое, то первое, что у вас спросят, а есть ли у тебя акустический бас? Поэтому я, так скажем, проникся этой музыкой и решил, собственно, на этот серьезный шаг. Для того, чтобы лучше понять это звучание, могу вам порекомендовать группы в Spotify найти, например, Dear Tick, песню 20 Miles, послушайте, там акустический бас, звучание отличное, прям идеальное. То есть на палке, на доске бы это по-другому звучало, это не то, это не аутентично, это неправильно, это не архаично, это не канонично, в конце концов. Такие группы, как, например, New Madrid, очень люблю эту группу, я когда включаю на Spotify, у меня просто как будто бальзам на душу, понимаете, я могу слушать бесконечно, это настолько классно, аутентично, настолько они это все записывают по правилам звука вот этого всего акустических, по правилам вот этих, так скажем, традиций каких-то, ну, в общем, это сложно объяснить, это просто надо слушать. Не знаю, Oliver Hazard, например, Future Birds, эти все группы, если вы хотите именно лучше понять вот этот звук, вот рекомендую найти прям Spotify, это все есть, там огромное количество этих групп. В общем, это первая причина, почему я сильно увлекся этим звуком и захотел его иметь в своем арсенале. Вторая причина более банальна, меня пригласили в проект, где есть акустическая программа и, так скажем, я не стал долго думать и, имея возможность купить неплохой инструмент с хорошей скидкой, я, соответственно, сразу же этим воспользовался. Но, опять же, я думаю, и вас это на канале тоже будет радовать. Я буду делать какие-то вещи на акустическом басу, какие-то произведения играть. Надеюсь, если я смогу настроиться на этот поток вот этого правильного здесь, так скажем, правильного отношения к этому звуку, правильного применения этого инструмента, на моем канале тоже будет много или какое-то количество именно акустических тем каких-то примеров. Я буду именно работать с акустическим басом. В общем, это прикольно. Это новая ипостась, новая часть музыкальной жизни. Поэтому всегда это здорово, это какое-то движение, это круто. Все, на этом будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, свои ощущения, свой опыт игры на акустическом басу. Вот. Не забывайте подписываться там на YouTube, на Instagram, на мою Boosty заходите. Много интересных материалов, обучающих. Все это доступно. Пожалуйста, проходите. Это все очень для меня важно. Вот. Всем спасибо, всем любви, доброты. Всем пока.